каждого армянина своя абрикосовая косточка. Конечно, лучше, если это плод или целое дерево, или даже абрикосовый сад. Но так бывает не всегда. Порой все, что у тебя есть, это и есть эта самая косточка, которую сжимаешь в ладони. Разрозненные воспоминания. Их так сложно сложить воедино. Например, Азаран Булбул – это птица или человек? Про Азаран Булбул, красную корову, сеньора Мартироса, простертый камень из деревни Шикагох, про жертвенного ягненка из Мерцавана, про тонкие листы лаваша, горячий воздух из Танира, про сис и массис, про сладкую воду из источника, про хачкары на всей протяженности пути, все то, что мне предстоит узнать однажды, увидеть. Сначала с тобой, потом без тебя. Однажды. Наверное, именно она, эта косточка, заставит вслушиваться в слова. Только не надо, Акаметась, хорошо? Не надо упоминания о том, что и так существовало всегда. Ты уже родился с этим. Тебя еще не было. Акаметас был. Не буду объяснять, что это значит. Каждый армянин рождается с этой мелодией, с этим плачем, с этим пеплом, с этим счастьем, с этой тоской, смотрите, которая Акаметас. Давай поспорим, что было в начале. Старая яблоня, абрикосовое дерево, белая крыша соседского дома, люди с острыми глазами из-под бровей. И это смешное слово «нани», то ли из снов, то ли из сказок. В сказке всегда была добрая красная корова, которая спасала. Она превращалась то в дерево, то в птицу, то в воду. Там были маленькие красные яблочки, от них прибавлялось сил. Ты помнишь, как бежали они, взявшись за руки, мальчик и девочка? Она всегда была рядом, и тогда не пугали ни жажда, ни голод, ни одиночество. Когда не останется воспоминаний, я возьму книгу. Когда закончится книга, я скажу. Вначале был Карс. И, наконец, заплачу. Первые армянские снимки были черно-белыми. Вообще, первые снимки были черно-белыми. Никаких сепий, всех оттенков охры, никакой пастели и акварельных брызг. Только грифель, уголь, только свет и тень. Отсутствие в изображении его величества цвета делало картинку документальной, многозначительной, щемяще неповторимой. Рулоны пленки, проступающие на ней, пленки, затем на бумаге, грани. Щипчиками выловленный лист, на котором застывший вчерашний день. Непостижимо. На тех, то цветовых снимках, мы проживаем еще одну жизнь. Все честно. Не убавить, не прибавить. Ни ретуши, ни фильтра, ни фотошопа. На тех снимках 14-летняя я, склонившись и придерживая ладонями подол платья, пью воду из полпулака. Морщусь от солнца, страдаю от жары. На этих цветных декабрь. У меня в сумке пластиковая бутылочка с водой. Я смотрю на полпулак и иду дальше.